Мальцева Тамара Ивановна, 1937 года рождения. В годы Великой Отечественной войны жила с семьей в городе Абакане в Хакасии. Сегодня проживает в городе Абакане Республики Хакасия. В семье у нас было 5 детей. И все мы выросли. Все выросли, получили образование. И мама осталась одна. Отец у нас уехал сразу в первые дни войны. В этот самый на фронт, а потом и он там был механиком вот по автомашин. Под Смоленском, когда была уже эта самая битва под Смоленском, они попали в окружение, и он попал в лагерь Зексенхаузен, называется, смертельный лагерь. Но он, когда приехал, он остался жив там. Когда приехал, рассказывал, конечно, много об этой, в этом лагере, как они там жили, как над ними издевались, но он выжил. И приехал, он больной. У него были простужены легкие. Он долго болел, здесь лечился в этой, в нашем туберкулезном. Но в конце концов у него образовался рак. И он умер. Их посылали на рудники, работали они на рудниках. Он почти всю войну, там после Смоленска тоже было, в 41-м году взяли их в плен. И он всю войну был в этом лагере. Когда наши пришли, вот это ему запомнилось, особенно освобождение. И вели долго, говорит, мы шли, сколько суток, он рассказывал, они шли. И вдруг, говорит, мы очутились совсем, и конвоиров нет, и никого, среди леса очутились вот так. И, значит, потом, говорит, нас, это, слышим нашу русскую речь. И мы, говорит, стали выходить из леса, и оказалось, что наши войска освободили их, вот шли навстречу, и все эти конвоиры-то разбежались. Только после тщательной проверки их стали отправлять домой. И он пришел уже в 46-м году, отец. Но он нам не извещал, что придет, а сразу приехал, а мы... Помню, сидели, уже поздно было. Поздно были ночью, маленькие. А у меня сестра еще в 41-м году родилась, это младшая была. И мы сидели, как раз приготовила мама нам картошку в мундирах. Мундира без хлеба. Мы сидели, она разложила нам по кучкам эту картошку. Сидели, ели. И он пришел. И мы это увидели, а мы его уже, ну, старше-то помнили, а младше-то не, вообще не помнил. Мы, конечно, к нему бросились, обняли, а он приехал и привез продукты. У него там мешки, бешмешки, и вот нас он угощал, для нас это было вообще, конечно. А вкус халвы, я ее поела, и настолько вот мне поела, и я до сих пор ее есть не могу. Настолько много поела, и я ее не могу до сих пор. Вот этот хлеб, это было такое, как пряник. Когда вот реформу сделали, реформа, хлеб можно было не по карточкам брать сразу, там Сталин сделал указ, а свободно. Ой, вот этот момент, что мы можем наесться, купить сколько хочешь. Хлеба иногда привезут и не достается на карточке. И поэтому мы ходили в ночь и занимали очередь, ребятишки. Валенки у нас были, две пары валенок на 5 детей. И вот мы ходили в школу, кто с первой смены, кто со второй смены. И вот я пришла, иду со школы, помню, и думаю, что это у меня так нога мерзнет. Когда посмотрела, а валенок у меня развалился, подошва, и я по снегу босиком иду. Тяжелые воспоминания. Его даже не хочется вспоминать. Это о том, что как это прожили.